Резонансное дело об убийстве 58-летнего коммерсанта и обнальщика передано в Верховный суд Татарстана. На скамье подсудимых окажутся 7 человек. Как считает следствие, подозреваемые являются участниками казанской группировки «Калуга». Они несколько месяцев выслеживали свою жертву. Спустя полгода во время попытки отобрать портфель с деньгами, они расстреляли мужчину в подъезде его дома и скрылись с места происшествия. Работая над раскрытием убийства, оперативники выяснили, что некоторые подозреваемые причастны и к другим преступлениям. Айрат Назипов напомнит нашумевшую историю. Это кадры из оперативного видео, снятого 22 марта минувшего года. Утром бойцы СОБРа одновременно задержали всех 7 подозреваемых по 6 адресам. Как выяснили следователи, задержанные причастны к убийству 58-летнего мужчины в декабре 2017 года. За несколько месяцев до преступления они узнали, что жертва занимается поставками продуктов питания и незаконным обналичиванием денежных средств. Именно они и заинтересовали налетчиков. Расчет, видимо, был на то, что заявлять о пропаже незаконных денег обнальщик не будет. Желая похитить у мужчины крупную сумму, предполагаемые злоумышленники начали за ним следить и установили его образ жизни. 18 декабря двое подозреваемых напали на потерпевшего в момент, когда он возвращался домой вместе с супругой. Он как-то на автобусе, в какой-то момент пытался выкинуть сумку. Достал травматический пистолет. Справа, да, как он? Справа. Пару раз выстрелил в сторону, два раза в ноги. После чего он руки отпустил, я выхватил сумку. Как установили оперативники, мужчину расстреляли из травматического и самодельного пистолета. От полученных травм он скончался на месте. Налетчики же скрылись с места происшествия вместе с сумкой, в которой находились 2 миллиона рублей. Сразу после преступления предполагаемые злоумышленники утопили в МЕШе орудие преступления. Бросил травматический пистолет в том примерно направлении, как можно дальше, стараясь его бросить. А вы во что-то упаковывали пистолет? Нет, не, хорошо. Ни в чем не упаковывали. А Азат, он в этот момент где находился? Азат находился тоже внизу. И, вероятно, всего выкинул тоже куда-то в одно из этих направлений к своему пистолету. В ходе расследования уголовного дела проделан большой объем работы. Так, проведено несколько десятков различных экспертиз. При помощи специалистов-водолазов с дна реки подняты фрагменты оружия, использовавшиеся в момент нападения. Также в ходе обысков у двух подозреваемых обнаружили обрез охотничьего двухствольного ружья 16-го калибра вместе с патронами, а также пистолет ТТ. Кроме того, у них нашли 2 радиостанции, наручники и 5 масок с прорезями для глаз. В ходе работы над раскрытием убийства сотрудники МВД Татарстана выяснили, что 5 из задержанных могут быть причастны еще к одному преступлению – похищению 51-летнего мужчины. В настоящий момент решением суда все задержанные заключены под стражу. Помимо похищения человека и убийства, подозреваемые в зависимости от роли каждого обвиняются в вымогательстве, разбое, похищении паспорта, незаконном хранении огнестрельного оружия, а также в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. Уголовное дело направлено в Верховный суд Татарстана. Айрат Назипов, Наиля Абдуллин, вызов 112.